Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Грузию в Sid Meier's Civilization 6 против живых игроков. Кстати, никто из них не умер во время прохождения. Как человек, а не как цивилизация, конечно же. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Там же, в этом плейлисте, спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Блин, Египет, 812 науки. Что ты там делаешь? Я это вообще жить просто. Не, все равно не успеешь улететь. Не верю, что ты успеешь улететь. Бразилия, сделку посмотри. Были бы города государства, прикиньте, сколько у него было бы тогда. Так, что у нас с ядерками, кстати, с ураном? Кайф. Это, конечно, ну ладно, я куплю здесь посела. Но это прикол, конечно, три урана. Я, наверное, прям на уран поставлю, а потом можно будет третьим радиусом выкупить. Мистер Фимиам, освежитель воздуха.
Я, Алексей, даже карточку не буду ставить, мне интересно. Не буду мешать рокеру. Спасибо. В большей информации. Кстати, вот плюс 5 довольствие дает тупо плюс 20% ко всему. Это реально прикольная тема. Pierre was right when he said that. Да. Нет проблем. Да. Relax. Relax. Then do it. Учился в курчальник. Комнату там пробиваться. Ну такая рука. Урчат реально. Урчат. А что? Что? Котик такой. А что, бразилец ушел, да? Да. Угу. А нету смысла несколько ЗРК ставить, срабатывает только одна. Ну, хотя, наверное, кстати, по-моему, просто вот тупо он считает, что срабатывает одна или нет, она либо сработает, либо не сработает. То, что там рядом какие-то будут в радиусе, пофигу. Ну это странно, честно говоря. Было прикольно, если бы типа чем больше зенитов, тем лучше. Да, они вообще через жопу сделали этот самолеты. Просто, ну, тупо. Спасибо. Фильник, где у тебя развлекательный комплекс? А, вижу.
all the girls in the world. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Смотрите, тут даже шоколадка осталась в амбуазе на бирже. Захватил амбуаз, и там на бирже одинокая шоколадка торгуется. 6 золота и 1 туризм. Наверное, Аленка.
Какой интересный город. Наверное, там что-то ценное. Че, Алексей, сколько жирогрупп умерло? Две вроде. И они не умерли, а распались. Они всегда в наших сердцах. Зашкварились. Ну да. Начали выступать на концертах за Путина, да? Да, получается.
Пчелинья, а гавани у тебя нету вообще ни одной? Вообще? Я сыграл вообще без морских городов. Хотя я типа мог, но... Зачем? А? У него есть захваченная гавань. Ацтековская. А, да, точно. Развлекательный комплекс, по-моему, вообще не работает, типа, никогда, никогда не дают ничего. Слушай, ты там вообще улетаешь? А, ты даже последнюю не запустил, ну... И 10 ходов осталось, да? Ну, не знаю. Ты веришь в себя, да? Челению. Да. Посмотрим. Ну, француз, что ты делаешь? Ты пытаешься убить мой самолетик. И вот как себя чувствуешь? Там может быть сцен... Этот... Как его? Господи, как зовут Сент-Экзюпери? Как его имя? Как? А, Антуан Сент-Экзюпери. Там может быть в этом самолете Антуан Сент-Экзюпери. Грузинский. А ты вот так вот. Потомственный грузин, да? Нет, не потомственный грузин, просто вот грузинский Антуан Сент-Экзюпери может быть. А ты вот его пытаешься вот так... Так, бразилец, а у тебя есть гавани? А, стоп, он уже вышел. У меня просто все рокеры прокачаны на гавани. Bird came down the walk. Хорошо, кто видит города бразильцев? У них где-нибудь есть верфи? Да, у них везде они. Да, везде, только вот я приехал в Натал, там верфи нету. Куритиба. Натал у него вообще какой-то город, типа он его причем поставил очень рано, но он как-то не развился вообще, как будто он его поставил только что. Он его поставил раньше, чем я Абидос поставил. Чуть дальше Натала Куритиба, там есть верфь. Mm.
Что это заблуждающий танк около Батуми? Ого, тут прилетел прям биплан. Авиация Франции собралась. Как в Первой мировой войне, да? Это авиация Франции легендарная. Эскадрилья Лафайет, есть фильм даже такой. Алла так! Лёша предатель, получается. В смысле, почему я предатель? Ну, кризис такой вышел. Success is counted. Итак, осталось 9 ходов, и ты один световой ход в день улетаешь. Ты вышел в эти ускорялки? Да я пока не знаю пока сам. Сейчас посмотрим. Чего ты не знаешь? Вышел ты в них или нет? Ну, скоро выхожу. Типа тут скоро интрига, выходишь? Типа, успею я или нет. Круто, ладно. Гуманитарная помощь французу? И предал еще я тебя? То есть, француз, ты хочешь помощи за то, что я тебя предал? Двойная выгода. Вообще забавно, что игра как бы не учитывает, что я посылал к тебе шпионов, например. А кстати, а ученый на плюс 1500, он работает на ускорелке? Ну, работает, так ты только одну сможешь. Ну, то есть он работает на одну ускорялку. Это невыгодно, имха. Ну, он работает, да. Но у тебя вообще должно уже за один ход строиться, по идее. Блин, 1000 науки, слушай, ну это как-то раскочегарило даже, офигеть, без этих ГГшек.
А я через 12 ходов культуры побеждаю. Чуть-чуть не хватило, получается. Не слышу радости, да. Блин, тебе надо бы побольше уже рок-групп прикупить. 10 очков разница. Там еще куча чудес есть. Да, лучше эти города захватывать. Да. Мне так прикольненько получилось, я уголь отжал один у Ацтека, потом один у Лёши, один у Француза, типа, и так вот весь мой уголь получается. У меня отжал уголь? Вот видишь Шедети, да? Ну. Ну, можно сказать, ну, кто бы раньше вышел, тот его и купил бы. Ну, такое. У меня угля дофига было, мне как бы не жалко. Так, возрождение, античность, античность. Так должно получиться. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно выйдет завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк,
комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.